Этот проект вызван необходимостью обеспечения в тепловой энергии перспективно развивающихся районов города. Сегодня город развивается большей частью на юг, и одним из таких районов перспективной застройки является участок на южной, юго-западной окраине города от улицы Псковской до трассы М-10. Ну, все идет традиционно в рамках градостроительства всего мира. Сначала делается окружная дорога, а потом город постепенно подбирается к ней. Для того, чтобы обеспечить эти застройки тепловой энергией, и требуется новый энергоисточник. Рассматривались варианты прокладки теплотрасс от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 до этого нового микрорайона. Но мы увидели непреодолимые трудности, которые связаны с тем, что сегодня эти энергоисточники города ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 уже не имеют резерва по мощности. И второе, может быть, самое главное, они не имеют резерва по территории для того, чтобы дополнительные мощности установить. Это означает, что мы должны рассматривать новый энергоисточник. И на завершившемся только что заседании правительства Тверской области я к удовлетворению могу вам сказать, что принята программа, которую доложил министр строительства и ЖКХ по газификации. И, в частности, строительство газопровода для нового энергоисточника, ТЭЦ залинейная, был одобрен членами правительства. Эта ТЭЦ залинейная вошла, ну, на моей памяти, она вошла в схему теплоснабжения в 90-х годах, еще до реформирования энергетики, с тепловой мощностью 370, если я не ошибаюсь, гигакалорий в час. В настоящее время мы оцениваем в связи с перспективами роста города ее тепловую мощность несколько меньше, но все равно достаточно серьезная. Это 270 сегодня гигакалорий в час. Для того, чтобы обеспечить оптимальную загрузку мощностей, предполагается строительство этой ТЭЦ осуществить в два этапа, в две очереди, с тем, чтобы синхронизировать строительство энергоисточника с строительством нового квартала. Кстати, попутно будет с помощью строительства этой новой ТЭЦ залинейно решен и вопрос очень важный, очень наболевший, обеспечение надежного теплоснабжения микрорайона Южный путем закольцовки. И вот мы намечаем сделать закольцовку ТЭЦ-4 Южный, Южный, новая залинейная ТЭЦ. Это очень сильно укрепит надежность и живучесть нашей тепловой схемы города.